А перед Новым годом нас решили провести конкурс на лучший новогодний подъезд. Люди стали украшать, кто-то вынес елочку, кто-то поделки своими руками сделали. И вот в один из дней у нас исчезли искусственная елка и бумажная елка, поделка, скажем так. А в соседнем подъезде? А в соседнем подъезде там ничего не пропало, но там были испорчены украшения, снежинки, какие-то там гирлянды. В общем, в лифте тоже сказали, что на то, что не смогли оторвать, наклеили жвачку. Да, вот, вот до такого. Но наши не сдаются. Решили восстановить, потому что новогоднее настроение хочется всем. Поделку, допустим, мы с ребенком делали 3 дня, и жалко, конечно, не средств потраченных, а именно времени, и вообще хотелось порадовать людей всех, кто к нам заходит в подъезд, а не конкретно отдельных личностей.